Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в финалочку на сервере на ролеплей, центральный округ Муник, здесь Кирилл Путбулови, не забывайте увидеть Муник при регистрации. Итак, сегодня у нас будет серичка новенькая. Поедем, я думаю, на дальнобойщиках поработаем, потому что, ну, блин, давно на дальнобойщиках не работал, и я работал всего лишь один раз. И интересно, может там какая-то система поменялась, либо что-то еще, поэтому будет интересно мне лично глянуть. Да и посмотрим, сколько там платят, я потому что вообще не помню. Сейчас полетим, я продам черепах, потом полечу обратно домой, возьму еще черепах и продам. И того у нас будет примерно уже 2 миллиона, это хорошо. Правда, я не знаю, после старта у меня просто инвентаря, блядь, были черепахи, поэтому... По идее, они могли пропасть. Тормози, вертолет, алло, стопэ. Все. ХП у меня что-то еще маловато, ну ладно. Так, давайте попробуем продать. Блин, по идее, наверное, должны продаться. А, да, продались, заебись. Так, погнали теперь еще заберем черепах, посадим, прилетим, продадим и поедем уже на дальнобойщики. Я думаю, идеальный просто вариант. Так, прилетел я, короче, домой, давайте забираем черепах. Сейчас посадим еще, чтобы подписчик тоже забирал, потому что это он садил. Я-то, по-моему, не, я вчера тоже садил, да? А, да, я вчера тоже садил, по-моему. Или нет? Или да? Бля, я не помню. Ладно, давайте забираем, короче, по бырику. Сейчас посадим и уже поедем на дальнобойщики. Точнее, продадим и поедем на дальнобойщики. Все, две черепашки я посадил, 700 минут. Все, чтобы подписчик тоже рыбу продавал, как бы. Я с том утром захожу, рыбу забираюсь. Ну, у него там будет еще одна рыба. И, точнее, черепаха. А не рыба, ну ладно. Так, заводим двигатель и полетели. Так, посмотрим, сколько нам сейчас дадут. Ну, по идее, должны дать 1000, наверное, 120. Так, черепаха. 117. Все, пацаны, просто изи, 250 тысяч, пацаны, изи просто, изи. Все, полетели. Так, нам нужно устроиться, во-первых, потом уже поехать на базу дальнобойщиков. Дальнобойщик, парень молодой, все хотят... Ой, это другая песня, пацаны. Что-то у меня утром хорошее настроение, на самом деле. Так, это адвокат, угу. Дальнобойщик с 5 уровня. У вас уже есть, хорошо, хорошо, без проблем. Q it job. Все, спасибо. Все, да, спасибо, до свидания. Так, я вроде бы как помню, как здесь работает. Но тут не обычный дальнобойщик, тут типа надо возить либо продукты, по-моему, либо бензин там. Что-то типа такого. Ладно, сейчас уже долетим и глянем. Так, я успешно припарковался и можно ехать на дальнобойщиках. Павел Бир. Тайм в казино. Негодяй. Негодяй. Так, информация. А, ваш навык дальнобойщика 4. Чем выше навыки дальнобойщика, тем больше рублей вам будет прибавляться при перевозке груза. 30 очков. Так, 200 рублей. Ага. Неплохо, так я бы сказал. Ага. Угу. Так, я, наверное, возьму темно-серенькую хочу. Спасибо. Так, аренда. Так, окей. Заводимся. И погнали, возьмем прицепик. Я так понял, они все одинаковые. Ну, окей. Так, пустой, хорошо. А, 3000. 3000, 3000. Заправка южный. Не, в южный хочу. Заправка Арзамаса есть. Ну, давайте, наверное, заправку Арзамаса выберем, скорее всего. Так, окей. Теперь надо загрузиться. И потом уже ехать, в принципе. Так. А, нужно посигналить. Так, все, ждем, короче, пока загрузимся. Так, загрузка топлива успешно завершена. Все, поехали.
Напишите, пожалуйста, в комментариях, это единственная база дальнобойщиков или нет. Я просто без понятия. Реально, я просто без понятия, поэтому я хочу вас спросить. Так, надеюсь, меня за это сейчас не ёбнут. Потому что я просто вижу, как так проезжают дальнобойщики. Поэтому я решил тоже так проехать. Чем я хуже, ёпта, бля? Все, погнали. Погнали, там далеко-далеко есть земля. Так, не буду петь, а то еще завтраские права ебанут. Поэтому да. Поехали, куда нам ехать? Так, тут хоть чекпоинт не, блядь, в небо, как некоторые бывают. Чекпоинты аж, блядь, сука, до небес. Я так понял, нужно ехать на заправку. Хуй знает какую, блин. Какая там заправка находится? Я что-то туплю жестко. Ладно, поехали просто на чекпоинт. Вы хотите сказать, что, блядь... А чё она так далеко? Алло, я ж в Арзамас выбирал, в смысле? А чё она ж в Батырево, походу? Или на трассе, вот это я так понял. А чё так далеко, алло, я ж выбирал в Арзамасе. То считается Арзамасом, ну такое, блядь. Так, я уже почти доехал, и я... О, рулеточка, потом покрутим. Может, что-то выпадет годненькое. Экспиха, да? У меня, кстати, 16 уровень уже. Нормалёк так. Да, я так и думал, блин, я так и знал, что это именно эта заправка. Но какого хрена, блин, это ж не Арзамас считается. Меня наебали. О, нормально, 300 сразу дают. И прицеп забирают. Ну, прицеп могли не забирать. Без него не так интересно ехать назад. Ну ладно, давайте еще один рейсик сделаем и дальше там что-то посмотрим уже. Так, все, я взял груз. Давайте теперь поедем второй рейс, так сказать. Здрасте. Здесь-то не админ был, да? Какой-то Алекс. Поехали теперь. Точно, по идее, должно в Арзамас рейс быть. Там тоже 300, по-моему, платят. Ну, скилл здесь, типа, тоже качается, но... Я не понял эту систему почему-то, как здесь скилл качается, типа... Типа, если проедешь 1000 рейсов, то будет дохуя денег хватить или что-то. Типа того, я что-то не понял. Ладно, пофиг, погнали, короче. Далеко ехать, я думаю. Так, вот у нас заправочка. Заправочка. Так. И... Все. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.